Всем привет! Сегодня мы находимся в Миннеаполисе. Мы были с Сэмом на Хэллоуин празднике. Здесь был парад, который проходил по этим улицам. Да, мы чуть-чуть опоздали, не увидели парад. Да, правильно, сынок. Мы чуть-чуть опоздали. Мы не увидели его парад. Мы не увидели. Мы увидели, как он заканчивался, да? Да. Так, мы сейчас просто завернем. Да. И вот. Мы играли в такие игры, и нам подали две конфетки, и я выбрал там вот эту стиралку. Да, да, стиралку, стиральную резинку, да? Mm-hmm. Вот видно, еще много наряженных ходит. Но мы можем просто прокатиться мимо того места. В общем, это гимназия была, в которой заключительно после парада проходила такого рода, ну, всякие игры. И я сейчас еду по навигатору, я это место вообще абсолютно не знаю. Вот посмотрите, слева у домов, да, всякие на украшения, связанные с Хэллоуином. Паутина справа, да. И пампкины, да. Там так, рядом горит этот огонь, видишь, что-то палят. Да, что-то там жарят, парят, греются, не знаю. Так, что сжигать? Я завернул, в общем, на ту улицу специально, чтобы показать гимназию, в которой проходил этот Хэллоуин. То есть парад проходил, полицейские машины сопровождали его. Ну, праздник такой маленький, знаете, был небольшой. Я чуть-чуть убавлю навигатор громкость. Так, ну мы с Сэмом, вот Сэм рассказал уже, он пару конфет выиграл, пару конкурсов там было. И одну стиралку. И одну стиралку, да, стиральную резинку. Так, ну сейчас мы проедемся. Вот это, кстати, слева та гимназия. Видите, оттуда наряженные люди выходят. То есть я на Хэллоуине, прямо вот именно на таком празднике первый раз был. Но это чисто для детей, да, это не для взрослых. Там все для детей. Взрослые дети нарядные. Да, так, мне нужно пару видео стереть, а то у меня память полная уже. У меня полная. Так, ну теперь нам времени хватит, можно ехать. Ну и давайте просто прокатимся пару улочек, посмотрим на Миннеаполис. Немножко. Это, ну немножко, чуть дальше находится от даунтауна, ну и здесь недалеко где-то находится University of Minnesota, то есть самый большой университет в Миннесоте. Просто посмотрим на окрестности. Вот смотри, здесь слева церковь, да. И справа церковь. Да. Посмотрим, как выглядит здесь на улицах. Вот эти ребята что-то какие-то кабеля тянули. Тут даже не слез. Да, Сэм, опять паутина вон. Где? Вон там, вон в кустах. Да. Так. Ну вот теперь я не знаю, как нам быть. Объезжать его или он поедет? Сам зовет. Прокатимся. О, смотри, сколько с этой стороны. Давай на ту сторону прокатимся. Смотри, сколько на углу этих нарисовано. О, папа, сколько? Паутину. О, ну только в кадр не попало. Ну, мой, вот еще справа, здесь смотри, справа. Все в тыквах. Как американцы любят Хэллоуин. Сегодня именно тот день, когда Хэллоуин. 31 октября. А вообще, так сказать, предхэллоуинное время, да, много праздников проводится. И все дети наряженные там. Все наряженные. Сам сегодня и полицейских видел, и охотников за привидениями, и железного человека, да? Да, и паука видел не настоящего. И паука видел, да.
Он не кусался, да. Они были пластмассовые. Пластмассовые, да. Они не кусались. Так, ну это вот такая вот одна из главных улиц. Я здесь никогда не был. Паша здесь тоже никогда еще не был. Вот смотри, как ликер какими большими буквами написали. Не проедьте мимо, купите себе. Полицейский вас заметит. Кстати, любой праздник в Штатах в сопровождении полицейских. То есть полицейские, так как сопровождали и парад, также они присутствовали на этом празднике. Где надо, перекрывали улицу. Где нужно, перекрывали улицу. Смотрите, да? Как эта стена. Какой-то индустриальный райончик, я смотрю. Вот опять наряженные. Вот они куда-то все, потому что сейчас вечером начнутся настоящие партии для взрослых. Бутылки. Смотри, пикап. Какой пикап. Так, железнодорожный переезд. Так, ну в принципе, тут показывать особо нечего. Свернем сейчас в улицу, по параллельно проедемся, и можно выезжать на хайвей. Ну, здесь в городе сразу заметно, что много велосипедных дорожек. Вот то, что справа и слева от нас. Вот, кстати, отсюда виден даунтаун города Миннеаполиса. То есть не так уж и далеко мы находимся от него. Сейчас, может быть, даже я перееду на ту сторону. Смотрите, очень широкие улицы. Я, конечно, сравниваю с Германией, с нашей, где все достаточно узко. Такого формата дороги достаточно редко у нас встречаются. Очень сильно густо соселена. Ну да. Если убрать половину людей, можно по-другому перестроить. Ну и просто прокатимся, куда нас дорога приведет, куда я заеду. Папа, да, сынок? Мы сейчас едем в магазин. В магазин поедем, да, сынок. Погуляем немножко. Папа. Да? Папа сказал, что ему там не было интересно. Не было интересно ему там? Нет. Мне тоже не очень интересно было. Поэтому мы быстренько оттуда и смотались, да? Собрали, вот мечеть опять, смотри. Собрали пару конфет. Да, и одну стиралку и наклейки. Да, да, да. Сейчас я хожу, трафик пишет. Сейчас мы переедем на ту сторону Миннеаполиса, через хайвей переедем, так сказать. А вот, кстати, уже и виден стадион. US Bank Stadium. Так. Ах, мне надо направо, ну ладно. Налево, то есть, я хотел сказать. Ну вот, видишь. О, по этой улице мы проезжали, да, сегодня? Все, мы сейчас прям чуть дальше, потом налево. И попадем на другую сторону. Двадцать пятая, кажется, авеню или какая вела через хайвей. Слева от нас находится хайвей, через который я хочу переехать просто. И его можно переехать только в определенных местах. Вот откуда автобус повернул, наверное, оттуда. Вот 24-я и на 25-й. Да, 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 по 25-й. Я когда за Уром ездил на встречу, мне кажется, по 25-й. Да, 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 сейчас мы попадем туда. Просто небольшой кружочек дадим там, посмотрим и на наш хайвейчик, и домой. 26-й поворачивает? Ну, выходит 26-я, я не помню. Но мы сейчас как бы, эта улица, сейчас увидишь, как она идет.
Давай, 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 давай. Хоп, 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 хоп. Lexus. LS. Так, ну и переедем на ту сторону. Это где-то здесь университет в Миннесота, в этом районе находится. В принципе, мы могли бы вот здесь уже заехать на 94-й, на наш. Но мы проедем прямо вот по той улице. Мы были не с той стороны? Мы сюда завернули, Паша. Только мы вот с этой улицы. Вот оттуда выехали. Сейчас мы проедем прямо. Здесь везде one way, понимаешь? Много улиц. Вот 94-й, видишь, вот сюда. Ну, там сейчас все равно пробка. Трафик с двух сторон. С двух сторон. Пока там трафик, мы здесь прокатнемся немножко. О, вот тут я помню. Вот так я ехал. Riverside Avenue. Вот это цветное здание. Так, но мы уже не успеваем. Папа. Да-да. Смотри, такая же буква, как на компьютере нарисована была. Да, 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 сынок. Это он посигналил сзади. Ну да, у нас зеленая стрелка загорелась, можно ехать. Вот он, стадион перед нами. Вот это очень интересное цветное здание такое, да? Вот справа. Я сначала думал, оно так блестит, оно так разрисовано. И оно в любое время суток. Не, ну оно как медь, да? Непонятно. Нет, оно переливается так на самом деле. Вот видишь, еще один университет, Augsburg University. И сейчас мы выезжаем прямо на стадион US Bank Stadium. Он прямо на виду у нас. Вот навигатор говорит нам make a U-turn, то есть разворачивайся. Мы не другое, другое направление дали. Ну да. Значит, рядом дорожки эти. На велике. Bike lane, вон знак стоит. Угу. Справа какое-то строение. А вот и написано было справа. Welcome University. Миннесота, университет. Вот Миннесота. Он справа, все его здания. Угу. Так, ну мы тоже в пробку попали. Это уже практически это даунтаун. Вот здесь нам направо. Повернем здесь направо. Велосипедистов нет. Нет. Переедем через мост. Это все студенты тут. Видишь, все молодые люди. И автобусы даже, видишь? Новые. От университета, в цвет университета расскажешь. Видишь, одни молодые люди, студенты. Международный университет. Сейчас прокатимся и потом на 35-ю выйдем. Через мост переедем, потом на 35-ю поедем домой. Велкривер, мы потом у Хайвея едем. На 35-м? Да, Велкривер. Мост, который он вот едет, этот он мост. Провалился. Да, вот этот мост слева. Да. Где мы едем? Кто слева, да, он провалился. Это 35-ка есть. Мы с ними Ривер приезжаем сейчас. Так, проехали мы через или над Миссисипи сейчас. Повернем. На этой налево нельзя, наверное, будет. На следующей налево повернем. One way, да, видишь. Смотри, сколько велосипедистов, да?
Все студенты. Смотри, мопедов сколько много. Да, это все студенты. И вот тут вот частный сектор начинается. Видишь, дома уже. Да. University Avenue. Нам налево? Ну да, сюда повернем. Автобус весь еле заехал. Там сильно близко тот стал. Первая машина. Не-не-не. На место. Стрелка есть. Хорошо, студенты ждут. На желтый бывает. Еще мы проедем. Мы успели. Да. Нам куда? Прямо. Прокатимся еще улочку вверх и потом вниз на эту 35-ку заедем. Угу. И домой. One way, три полосы, да, в одну сторону идут. Да. Так разгружается после трафика, если не было с той стороны, с двух сторон. Да, ну сейчас просто я в одну улицу сверну. Даже вот сюда вот. Посмотрим просто немножко. Это не one way. Это не one way. Кататься не будем, сейчас вот так прокатимся просто. Везде велосипедные знаки, обрати внимание. Зеленые. Вот налево нельзя? Нельзя, направо только можно. Так, тогда поедем прямо. Прямо. Да. Вот такие вот домики, смотри, здесь. Вот в одном из таких зауживают. Ну, буквально здесь пару улиц. Ну и в принципе хватает такого типа райончики. Вот for rent, видишь, прям на доме написано. Студенты складчину тоже арендуют такие домики. Мы же диван возили с тобой. Ну да. Ну, в общем, Заур, если посмотрит видео, хотя он его не посмотрит, то есть он поймет, где он здесь живет. Я как раз мимо его дома проезжал. Ну и в принципе все, вот так вот здесь выглядит район, где очень-очень много студентов. Сейчас она на параллельную улицу проехать. Видишь, в эту сторону три полосы, и там в обратную сторону, one way. Пошел, 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 да? Вот такой вот Миннеаполис. В принципе, улицы очень просторные, да? Я таких в Германии просто не знаю. Это потому, что машины стоят в сторону. Так, никого нет там? Нет. Все, едем домой. 35 South. Выходим на хайвей. И вперед. И посмотрите, какие пробки. Какие пробки. И это нормально, это каждый день так, утром и вечером. Вот, кстати, теперь мы едем по тому мосту, который рухнул. Да. В 2009 или 2008 году? Да. Или 2007 даже. На ютубе надо посмотреть. Пропускает меня. Это самый мост, который провалился. Старый.
старый рядышком был, они потом рядом построили другой новый. Угу. Вот это тоже справа там есть. Ну вот этот вот, вот видишь синее здание, Гатри, да. Театр. Вот в нем мы были с Ларисой Зимой, они у меня тоже есть видео. Там свадьбу делали в бане. С него, в принципе, все как на ладони. Зато давай, сниму телефон. Видно, так вот. Да. А оттуда справа это поднимается, вот этот, когда корабль возит оттуда сюда и наверх. Это вот шлюзы? Это вот Миссисипи, да, со шлюзами, да. Со всеми. Вот это вот Миннеаполис. Вот шлюз как раз и снизу видно. Да, но я его не вижу. Да. За рулем. Так, время вечернее. Сэм ждет, пока мы поедем в магазин, да? Там уже полшестого. Сейчас вечера. Мы на 94-ю Вест едем. И немножко даунтаун, может быть, попадется нам. Хотя вот он справа, он не попадет. Очень сильно, далековато справа. Это строится и все. Строит и строит и строит здесь. Да, это, конечно, не Москва, не Питер и не еще какой-то там, может быть, крупный, даже не русский город. Но посмотрите, движение настолько насыщенное, что каждый день, кто здесь ездит, нужно иметь прилично нервов, да? Надо запас времени. Запас времени, да. То есть нужно, даже если касается жилья, да, то есть, ну окей, у кого свой личный дом, у того, не знаю, насколько выбор есть. От работы до дома. Вот, допустим, живет человек где-нибудь в Элк-Ривере, да? Да. Ему нужно в даунтаун на работу. Обычно, кто в Элк-Ривере, они там и работают. Ну, я думаю, кто в крупных компаниях работает, и их офисы находятся в даунтауне, да? Или кто вот в этом стадионе работает, да? То есть тут же есть также менеджеры и так далее. То есть им нужно сюда, в даунтаун? Запас времени. Ну, мне такие пробки из моего маленького городка 70-тысячного, 80-тысячного не знакомы. Хотя тоже есть, да? А вот в Кёльне примерно вот так же выглядит. То есть в час пик. С Москвой могут догонить это Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Ну да, но Москва это, конечно, это отдельная история. Это чересчур большой город, так же, как и Нью-Йорк. В Чикаго мы были, мы эти пробки видели. Поэтому нам это знакомо. Хорошо, что мы там только проезжали. Да. Так, ну вот проезжаем мы мимо этого US Bank Stadium. Хотел я расходить туда, но $176 самый дешевый билет был. Трамваем он пошел. Ну а мы все в пробке стоим. $1.3 миллиарда. Стоимость этого стадиона. Это, я так понимаю, один из самых современных стадионов в Америке. Да, вот так вот, посмотрите, все забито. Тут очень много развязок. Пересекается хайвеев. Это что-то, конечно. Не хотел бы я каждый день так стоять в пробке. Это когда работал, тоже ехал туда час и назад час. А, нам надо влево теперь или нет? Нет еще. Нет, есть угол. У нас еще сплошная полоса, потом мы можем только. Смотри, раз, два, сколько линий, можешь посчитать? Здесь полос. Две, там еще три. Две, три. Там три или четыре даже. Две, три, две, семь, наверное. Да, потом еще где тракт, то есть там еще много. Да. Теперь нам нужно левее здесь, видишь? Мы вот таким вот способом, вот таким макаром мы сюда заедем. Да, теперь даунтаун от нас справа. Маму вспомнил. Так, ну вот вроде пошло потихонечку. Ну потихонечку.
Но нам еще на один хайвей, там, в общем, пробок хватает. Это только потому, что я в самый левый ряд высунулся теперь. Так, 394 West. Возьмем, вот нам опять медленные водители пропускают. Сэма, мы сейчас в туннель попадем. Отлично, сколько трафик тут по веру. Смотри, Сэм, это же Subaru Impreza. Туннель, сынок! Заметил это сам? Да-да. Вот он туннель. Это большой, да. Не такие, как в Европе, длинные туннели. Так, теперь нам нужно перестроиться еще вправо. Да, опять мимо ложки с вишней, сынок. Здесь папа уже точно мимо не проедет. Здесь папа уже два раза промазал. Ничего страшного. Это как бы вот здесь, где я уже сам проехал, я уже все, без проблем. Так, ну и в принципе все. Вот так вот, в принципе, не запланировано было показывать пробки. Так, нам можно по экспресс-лейн ехать? Если открыто, можно. Ах, ладно, я уже проморгал. По экспресс-лейн мы ехали вчера. Все, сынок. Пробка будет просто сейчас опять. Вот не проехали по экспресс. Да, да, по экспресс надо было. Просто слева машина была, я прошляпал. Я думал, все, пробки не будет, а вот она пробка. То есть есть такая экспресс-лейн, видите, вот с нами, над нами проходит. Она пустая, смотри. Она пустая практически. Да, там вон автобусы идут, пару автомобилей едет. Ну ладно, таким темпом я согласен еще ехать. Всем спасибо за внимание, всем пока. Вот так вот выглядит в Миннеаполисе, вот так вот выглядит здесь в час пик. Такие пробки, не сладкие, и даже вот авария, я так понимаю. О, Volkswagen старенький. Я еще в Америке такой не видел. Стекла, видать, нет.